И снова всем привет. В Слабатлсе вышло наконец-то все же адекватное большое обновление, в котором добавили новое лобби, а также новые перчи, ну еще другие изменения, о которых я расскажу в этом видео. Поэтому аппарат Абрикос, приятного просмотра. Давно мечтал о робоксах? Тогда заходи на сайт Robux.gg. На этом сайте можете купить робоксы по самому лучшему курсу. К примеру, 400 робоксов стоят 276 рублей. Robux.gg имеет множество положительных отзывов, а значит им можно доверять. А еще на Robux.gg можете получить робоксы бесплатно. Делись с друзьями своим промокодом и получай робоксы с первой его покупки. Также сейчас на сайте проходит масштабный розыгрыш на 200 тысяч робоксов. Не упусти возможность принять участие и выиграть кучу робоксов, выполнив простые условия для участия. Покупай робоксы дешевле, чем где-либо. Лучший курс на рынке. Моментальная отправка робоксов после оплаты. Круглосуточная работа сайта. Все это на Robux.gg. Все ссылки будут в описании. Итак, для новой перчатки вам нужно зайти в портал Барзил. И, кстати, в него теперь гораздо легче попадать с новым лобби. Вы просто берете, предположим, тот же самый полтергейст и залетаете в него, либо же другую перчатку. Когда вы попали в измерение Барзил, вы должны теперь подняться по домикам и пройти вот этот вот бесящий паркур. Почему бесящий? Потому что часы могут менять вам гравитацию, а могут вас еще и скинуть. Маг и гравитацию вы не сможете пройти, поэтому вам нужно будет стоять вот здесь вот и ждать. Когда будет хорошая гравитация, вы можете спокойно пытаться пройти. Итак, когда вы прошли этот паркур, вы нажимаете табличку, и вас тэпают на еще один паркур, который сложнее в раз, 10, скажу так. Однако, вам не обязательно проходить этот паркур, вы можете получить перчу и без паркура. А если кратко, вы можете в чат написать «I am loser», и вы получите данный бейдж. Все. Итак, вот она сама перчатка, и, так скажу, у нее крайне интересная механика, о которой даже не все могут догадаться, потому что вы нажимаете «E» и не понимаете, почему она не работает. Однако, чтобы начинало работать, вы должны зажать кнопочку вперед и просто бегать, и вы будете постепенно ускоряться и сильнее прыгать. Итак, вот я набрал большую скорость, моя перчатка уже как раз на спине. И, как видите, я бегаю вот так вот уже прям стилево, быстро и хорошо. Итак, первая его способность. Вы можете сделать дабл джамп. Нажимаете пробел и в воздухе еще один пробел. И так вот немного даже ускорение делаете. Итак, вторая способность — это слайд. Если вы бежите, вы можете зажать кнопочку E и делать вот такой вот прикольный вот слайд. Кстати, слайд можно делать короче, если вы просто отожмете. Все. И да, все способности используются даже когда вы убрали перчатку из рук. То есть я убрал эту перчатку из рук, я все равно могу делать дабл джамп и делать слайды. Итак, ну и третья способность — это атака. Если нажмете левую кнопку мыши, вы делаете вот такой вот рывок. И почему? А, во, откинул. Однако, если вы сделаете атаку, у вас будет снова нулевая скорость. Также помимо этого всего, если вы остановитесь, то все сбросится и вам придется с самого начала. И да, из больших изменений хочу рассказать про новое лобби. Оно просто огромное и сильно много нового всего. Поэтому давайте быстро пройдусь по нему. Поехали. Вот такой вот новый дизайн порталов. Появились новые билборды с мемами. И их тут аж целых 4. Теперь на основной арене Слабатлса есть такой вот конвейер, который, не знаю, зачем вообще его добавили. Но, Пипа, ты тут что вообще забыл? Вот такая вот новая табличка, за которой находится Killer Fish. Да, и про спин вообще не забываем, он на потолке. Вот такие вот новые стенды, красивенькие, прикольненькие. А также меня теперь радует то, что они добавили на перчатки за бейджики вот такие вот даже картинки к ним. Да, они добавили еще такую вот прикольную функцию, вы можете тэпнуться прямо в самый конец с помощью этих порталов. В самом конце вы можете встретить топеров, лидербордеров, или еще как их можно назвать, топеры по слапам. И топеры по победам в турнаменте. Ну и конечно же правила не нарушаем, а то да, плохо будет. Также за лидерами можно увидеть вот такой вот бред. Вообще, ну зачем это вообще надо? К слову, в нем есть банан. Как я говорил, позицию Бразил сменили. Теперь она находится вот прям вот аж под островом. И даже стрелочка здесь есть, что он типа тут. На дефолт онли добавили вот такие вот два островка. На том вообще находится Толик, я сказал. Здесь вообще находится лицо Боба на дереве. Зачем? Там дерево улыбается, здесь камень улыбается. Ну и последнее, что я тебе заметил, это то, что гайд на тесу. Да, тут... Боже. Короче, мне лень туда спускаться, но вы снизу видите то, что теперь гайд тележится вот тут. И даже можно нажать на ножик. Прямо вот отсюда. Итак, ну и пока я тут бегаю, вы можете сейчас на экране увидеть оставшиеся изменения и фиксы. И ну и это в принципе все. Все, спасибо всем за просмотр, подписывайтесь на канал, если нравится мой контент. Заходите в Discord сервера и увидимся в следующем видео. И всем пока. И туалет в конце лобби мне понравился.